Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Айом анахну недабер аля носе меот пашут ваядуа. Сегодня мы поговорим на очень простую и известную тему. Аль-машаля зе анахну медабрим зман ахарон мекол ацдадим. Об этой притче мы говорим с разных сторон последнее время уже. ושבת שלישי, העניין שלנו מסתובב על הנושא של האמונה. И третий шаббат мы с вами говорим о теме веры. ופשוט אני רוצה לנתח את המשל מצלע אחרת. И я хочу посмотреть на эту притчу с другой стороны. ולדעתי, דווקא המשל הזה יש בה עומק מאוד מאוד גדול. И на мой взгляд, в этой притче есть очень глубокий смысл. והמטרה שלי לא כאילו לפתוח משהו חדש בתוך המשל הזה. И моя цель это не открыть что-то новое в этой притче. אלא להביא מידע שהמשל הזה הוא נכנס לתוך הלבבות שלנו. Но передать то понимание, чтобы эта притча она вошла в наши сердца. כי כשאנחנו אומרים כן כן ידוע לנו. Когда мы слышим ее, говорим, ну да, в принципе, мы все знаем. Да, мы хорошо знаем эту притчу. Но я хочу, чтобы мы увидели эту тему как добрый плод своей жизни. Бесура аль пимати. Евангелие от Матфея, 13 глава. Бесура аль пимати. Евангелие от Матфея, Юд Гимель, 13 глава. Миша Лоша Теша Кулель. С 3 по 9 стих включительно. Веярев ледабер элейхем бемишалим леймор. Ине, азуреа яца лизруа. Увезруо нафал минха. זרה אל יד הדרך ויבוא העוף ויחלהו ויש אשר נפל על מקומות סלע אשר אין לו שם אדמה הרבה וימהר לצמוח כי לא היה לו עומק אדמה ויהי כזרוח השמש ויצרף ויבש כי לא היה לו שורש ויש אשר נפל בין הקוצים, ויעלו הקוצים, וימחוהו. ויש אשר נפל על האדמה הטובה, ויתן פרי. זה 100 שערים, וזה 60, וזה 30. מי יש אוזניים לו, לשמוע ישמע. אמן. И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому как земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как немело корня засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод». Одно в 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Амин. Мы еще узнаем ло, кен, как готов. Кто имеет уши, так написано. Анахну тамид хошвим, ше анахну адама тува. Всегда мы о себе думаем, что мы хорошая земля. Зе ло алейну, коля шлоша суги адама, ше нихтав микодем, зе ло алай. Эти три вида земли, которые написаны до этого, это не про меня. Нахну хошвим, зе ше йошев, зе у батуах. Мы думаем, вот тот, который там сидит, вот это точно он. Ванахну ло роцим лахкор эт левавот шелану, кмо ше царих. И мы не желаем изучить свое сердце, как положено. Анахну йодим, эфу штахим шелану млеим бекоц ведардар. Мы знаем точно, где те территории в нашем сердце, в которых полно тернии и волчьи. Мы знаем также те места, где есть камни.
וברוב המקרים אנחנו פשוט סותמים עיניים ולא רוצים לראות את זה. אנחנו חושבים, יש לי חלק אדמה טובה, אז אני אדמה טובה. Но, к сожалению, мы часто закрываем глаза на все вот эти другие три территории и смотрим только на вот этот вот кусочек хороший, который есть, и говорим, вот же есть хорошая земля, значит, я хорошая земля. Боя שלנו, что אנחנו תמיד חושבים שאנחנו טובים. Проблема наша в том, что мы всегда думаем, что мы хорошие. כשאני קורא את הפסוקים, זה הוכיח אותי. Когда я читаю эти стихи, это обличает меня. אין דבר שבשדה אין עבודה, שעשינו הכל ועכשיו אנחנו נוכל לא לצאת לשדה. В обычной жизни нет такого, что отработали на поле, и теперь можно никогда на него не выходить, все будет в порядке. כי הרוח של העולם הזה, потому что ветер этого мира, כל יום, каждый день, כמו שאומרים, 24 על 7, как говорят, 24/7, מביאה לנו זרעים של קוץ ודרדר. Это ветер, он приносит нашу жизнь терны и волчцы. והם צומחים ללא אדמה, הם לא צריכים אפילו אדמה. И этот вид растений, он даже не нуждается в земле. Он растет везде, на всем и всюду. על הזפת אפילו. Он растет на асфальте. אבל כדי להגדיל חיטה צריך הרבה עבודה להשקיע. Но для того, чтобы вырастить пшеницу, нужно очень много работы проделать. היום אני רוצה לשים לב על סוג של אדמה מספר 2. Сегодня я хочу обратить внимание на вид земли второй. מקומות סלע. Каменистые места. פסוק 5. Пятый стих. ויש אשר נפל על מקומות סלע, אשר אין לו שם אדמה הרבה. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. וימהר לצמוח. И скоро взошло. זה מה שאני רוצה להדגיש. Именно вот это то, что я хочу подчеркнуть. יש סוג אנשים שהם צומחים מאוד מאוד מהר, הם ממהרים לצמוח. Есть вид людей, которые очень спешат вырасти. ובמבט ראשונה נדמה שהכל בסדר, אפילו מעולה, הולך טוב. На первый взгляд выглядит, как будто бы все в порядке, все хорошо идет. אבל סוף של המשל הזה, אנחנו צריכים להביא פרי. Но в конце этой притчи написано, что нужно принести плод. והיום אני רוצה לומר מה זאת אומרת להביא פרי. Сегодня я хочу поговорить о том, что значит принести плод. אם בן אדם מתחיל לשרת, טוב מאוד. Если человек начинает служить, очень хорошо. אבל לא כדאי למהר לרין בינתיים. Но не стоит рано радоваться. כדאי לחכות. Стоит подождать. בוא נפתח עוד מקום אחד, המקביל. Мы зачитаем еще местописание параллельное. בשורה על פי יוחנן. Евангелие от Иоанна. והיום אנחנו מדברים על הפרי של האמונה. Напоминаем, мы сегодня говорим о плоде веры. כלומר, אם אני מאמין, אמור להיות יש איזה פרי בסוף. Если я верующий, значит, в итоге моей жизни должен быть какой-то плод. Недостаточно, что я расту на хорошем месте. Недостаточно, если я расту между пшеницами. И даже недостаточно, если я сам по себе являюсь пшеницей. לדעתי זה מאוד רציני. המשל הזה הוא חבל על הזמן עד כדי כך הוא רציני. Я думаю, что это очень серьезная притча, просто не хватает слова описать, насколько серьезные вещи здесь говорятся. ואני בחרתי כמה מקומות מכתבי הקודש כדי להראות לנו על מה מדובר, מה זאת אומרת להביא פרי. И я выбрал несколько мест священных писаний, чтобы мы могли увидеть, что это значит принести плод. בשורה על פי יוחנן.
Евангелие от Иоанна, 12 глава. Ютбет, псуким, 24-26. 24 по 26 стихи. Амен, амен, ани омер лахем, им ло епол гаргер ахита эл тоха адама вамет ишаэр левадо. Векаашер мет яасе при арбе. Аухев эт анавшо авдена, яавдена, веасоне эт навшо баулам азе инцарея лехае нецах. Ахафец ле шартени ялех ахарай увеашер ие шам, ие גם משרתי ואיש אשר ישרתני אותו יכבד אבי. אמן. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Аминь. Аминь. Первое, что мы не хотим умирать. Мы не хотим умирать для этого мира. Этот мир, он очень интересен. Он привлекает наше внимание. И мы готовы вкладывать не только время и другие наши ресурсы для того, чтобы получать удовольствие от этого мира. И даже если мы сами себя находим как зерно пшеничное, мы не готовы дать себя в руки сеятеля. Кто этот сеятель? Иешуа, Машиах. Это Иешуа, Мессия. Кан катув, ми шеохевет навшо, у яабед ота. Здесь написано, кто любит душу свою, он потеряет ее. А мила нефеш вехаим зе милим шеевшар леашвот кан. И в этом тексте «душа и жизнь» — это те слова, которые параллельны. Если мы слишком сильно любим этот мир, и мы сами по себе являемся зерном пшеничным, написано, мы останемся одни. Ты не сможешь принести плод. Это значит, ты не достигнешь цели. И здесь написано, что пшеничное зерно дает плод только в том случае, если оно падает в землю, умирает в земле. И здесь есть очень основной такой большой барьер, который не дает верующим отдать себя в руки Творца. Это относится к вере. Потому что написано, вера, она уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Кен. Беврит катув ахерет, бигляльзе анахну не шумим каха. Хосена битахон, кломар ани царих льот батуах, вани амур льот батуах, шеем ани мусер это ахаим шели, лияд шеля адон шели, зу йоде маусе. И на иврите этот стих немножко по-другому звучит.
в этом стихе есть уверенность. Если я уже отдаю себя в руки Творца, то я уверена 100%, что Он точно знает, что делать с моей жизнью. Ани батуах. Я уверен. Битахон. Хосен битахон. Ани батуах бизе. У меня есть уверенность внутри меня. Лама анахну ло яхолим пашут, ло мисугалим, лимсор ад асоф эт хаейну. Почему же мы не способны до конца свою жизнь отдать? Зе хосер эмуна. Это недостаток веры. Ани хошев, ше яхол лийот, ше ло ийе каха, кмо ше катув. Я думаю, что, возможно, не будет так, как написано. Ки нисайон шел хаим умерет дварим афухим. Потому что опыт жизни говорит об обратных вещах. Если я да хочу принести какой-то плод, я обязан умереть. Я говорю, это наша проблема. Мы хотим принести плод, мы хотим принести добрый плод. И большинство верующих даже не готовы на 100 крат принести плод. Они хотят не в 100, а в тысячи, в миллионы крат принести плод. Я не слышал ни разу такой молитвы, когда люди молятся: «Господь, дай мне хотя бы в 30 крат Тебе принести плод». Таким образом, мы думаем, что мы как будто бы можем ограничить Господа. И я уже делился, как где-то 10-12 лет назад я получил откровение, может даже больше, что одно зернышко оно может принести плода в 3500 крат. Если, например, это будет кукурузное зернышко. Это также злак. Очень интересно. Маленькое зернышко. Оно, из него вырастает 3-метровый такой куст. Растение. И на нем уже 5-6 кочанов кукурузных растет. Несколько раз я пересчитывал кукурузный этот початок. 650 это средняя цифра в одном. Если это большой початок, то до 700 доходили количество зернышек. Как минимум в 3500 может быть. Очень интересно. Здесь пишется о пшенице. Проблема в том, что мы не готовы умереть. Это откровение. И здесь написано «умереть для этого мира». Не гнаться за вещами, которые есть в этом мире. В 26 стихе центральная мысль. И кто желает служить мне, последует за мной. Все мы хотим служить. Но как уже было когда-то сказано, хотят служить на своих условиях. Так не будет.
ונשארים לבד. В итоге люди остаются одни. כן, חיטה. Да, пшеница. איפה פרי? А где плод? מה זאת אומרת שהגרעין נופל לתוך האדמה, ומה זאת אומרת למות? И что значит, когда зерно оно падает в землю, и что означает умереть? В этом зернышке есть новая жизнь. А внутри этой новой жизни есть умножение. Но нужны условия. תנאים אנחנו צריכים לעשות. Эти условия мы должны создать. אנחנו חייבים לספק את התנאים לגרעין שנפל לתוך הלב שלנו. Мы должны создать эти условия зернышку, которое упало в наше сердце. ואנחנו חושבים, תשמע, אם אני הולך למוות, и мы так думаем, послушай, если я умру, מה זה? זה הריקבון. Это же разложение. רוצה להיות קצת. Я хочу немножко побыть. רוצה ליהנות קצת. Немножко что-то успеть, получить удовольствие. כן. תראו מה נכתב באיגרת אל הגלטים. Смотрите, что написано Галатам. פרק ו', פסוקים 7 ו-8. 6 глава, 7-8 стихи. אל תטעו, לא ייתן אלוהים להתל בו, כי מה שזורע האדם אותו יקצור, הזורע בבשרו יקצור כלאון מבשרו, והזורע ברוח יקצור מן הרוח חיי עולם. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет ление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Аминь. Что мы думаем себе? Если я сейчас отдам свою жизнь Господу, что мне останется? Это похоже на смерть. אני לא יכול לקחת שום דבר מהחיי. Я ничего не смогу взять из своей жизни. אני אשרת, ומה אני אקבל בסוף? Я буду служить и служить и служить, а что мне в итоге будет? מה יהיה בסוף? Что в итоге будет? כתוב פה, הגמול שלך הוא בשמיים. Написано здесь, награда твоя на небесах. כן. אנחנו רוצים לתפוס משהו בעולם הזה וגם כאילו להוציא משהו מהשירות. Мы хотим что-то успеть урвать в этом мире и также еще что-то получить от служения. אנחנו עבדים. Мы рабы. שווים אפס. Ничего не стоящие. לא מגיע לנו כלום. Нам ничего не полагается. אם יש לך קצת הטבות. Если у тебя есть чуть-чуть каких-то льгот. שמח תשמח, כמו שכתוב. То радостью радуйся тогда, как написано. אבל הלבבות שלנו. Но наши сердца. חולי קמצנות וחמדנות. Они полны и больны жадностью и скупостью. כל הזמן חושבים חסר לי. Постоянно думают, не хватает мне того, не хватает мне этого. ובאותו רגע רוצים לשרת. И в то же время хотят служить. יש אנשים שלא מבינים למה הם לא מרוויחים שלוות נפש, גם בתוך השירות וגם בעומס שתמיד יש אם אתה משרת נכון וכמו שצריך. И есть люди, которые не понимают, почему они не получают внутренний мир и внутреннее наполнение в то время, как они служат Богу и служат под давлением, когда человек служит активно, всегда он чувствует это давление. וכאן כתוב, הזורע בבשרו יקצור כלאון.
А здесь написано, сеющий в плоть свою пожнет тление. Нахну мефахдим лалехет лекилаон азе ברגע שאנחנו מוסרים את החיינו ליד האדון והוא זורק אותנו לתוך האדמה ושם אמור להיות התהליך הזה הריקבון, הכילאון אבל בשטח רוחני Мы боимся отдавать свою жизнь Богу, чтобы Он ее вот так вот туда посеял, и в этом процессе, естественно, будет процесс разложения тления. Но дело в том, что это все будет происходить на духовной территории, а не на земной. Что действительно пойдет в тление? Древняя природа моя. Всякий желающий этого мира, он будет подвержен тлению. И написано, если я да, так поступлю, таким образом я смогу приобрести вечную жизнь. אנחנו מפחדים לא ממה שכדאי להפחד. Мы боимся не того, чего нужно бояться на самом деле. תרימו יד בבקשה. מי לפחות פעם היה בוכה בגלל שהוא משרת? Подними руку те, кто хотя бы раз плакали, потому что они служат Богу. אין הרבה. От радости. לא, אני בוכה כי כואב לי, כי קשה לי, וזה, ושם. Именно плакали от того, что мне тяжело, не жаловались, а именно слезами плакали от того, что мне тяжело, и вот так в служении. Тариму я. Эн арбе. Нету многих. Бонире макатов, тилим. Давайте написано, что, почитаем, что написано в псалмах. Кув, кав, вав, биеврит. На иврите 126-й. Барусит. В русском переводе. Кув, кав, гимер, гей. 125-й. Это барусит. В русском переводе. Кен. Мея срим вихамеш, это русит. Псалом 125-й. Вальдемар, у тебя 125. Миша Куре, иврит, Месрим Бешеш. Кто на иврите, открывайте 126-й псалом, читайте. Пасук Хамеш. Пятый стих. Макатув. Что написано? Азуруим бедмаа берина якцору. Севшие со слезами будут пожинать с радостью. Пасук ядуа меод, нахон? Очень известный стих, правда? Есть пасук, что зорим бесимха. Есть такой стих, в котором написано, будете сеять с радостью? Ло. Нет. Аваль есть пасук, что зорим бадимаа. Но есть стих, который говорит, севшие со слезами. Есть кама сибот, лама, абенадаму, зуреа, есть несколько причин, почему человек сеет со слезами. Например, тяжелое время голода. Нужно сеять или нет? И ты не знаешь, будет дождь или не будет. Ты сеешь и ты плачешь. Потому что лехем, ты зорек бар, и ты не йодеа. Есть лиха рак ципия, что Авину, что башамаем, уимтор это гешем, ямтир гешем. Ты, в принципе, выбрасываешь зерно хлебное и надеешься, что Бог даст дождь, и это зерно, оно вырастет. А ты яхол лакахат, кола хита азот. Ты можешь всю эту пшеницу взять и съесть ее. И через две недели умереть.
Но если ты посеешь семена, и если постоянно есть условия, если, если Бог он милостивый будет, и он пошлет дождь, это вырастет. И если Бог будет милосердным, то не будет саранчи, которая может испортить и съесть все, весь этот урожай. Одая, уйвим. Что еще может быть? Враги. Нахон? Правильно? Амон сибот. Очень много причин. А бендандам шая зуре, алло, айом, айом гамкен, авалок моше азая. Человек, который в те времена сеял, не как сегодня, сегодня тоже бывает, но в те времена. Он сеет, и он не знает. Кроме того, хоть раз выйдите в поле без комбайна, без мазгана в комбайне, так, пешком, и начните сеять. Это тяжелый труд. Очень. Ты не знаешь, вырастет или не вырастет, ты должен верить. Без веры невозможно. Точно так же на духовной территории, когда мы начинаем служить. Ты постоянно плачешь. И в молитве. И без молитвы. Из-за обстоятельств, которые постоянно есть. Трудности. Уйвим. Враги. Лифамим ахим беахайот. Иногда братья и сестры. Ата бухе, кол азман бухе. Ты постоянно плачешь. Авал ата мале ципия. Но ты полон надежды. Шебазман акатир. Что во время жатвы. Ата тиранен. Ты будешь рад. Вагмуль шелха у башамаем. И твоя награда, она на небесах. Верующие люди хотят прожить верующую жизнь, как вечеринку. Музыка. Музыка. Охель. Еда. Хиюхим. Улыбаются все. Аколь то, аколь меуле. Все хорошо, все отлично. Но дело в том, что праздник в течение года он несколько дней длится. А что происходит в обычные дни? В рутине, повседневной жизни? Мы устаем от рутины. ואנחנו לא מוכנים שבחיים רוחניים גם יש שגרה. И мы не готовы для того, чтобы в духовной жизни была рутина. Я говорю, что в духовной жизни есть своя рутина также. Увда. Это факт. Есть амон дварим, амон сибот левхот. Поэтому есть множество причин плакать. Аваль. Но. Хаявим листакель кадима. Мы должны смотреть вперед. Поэтому все наше внимание, все, что есть хорошее внутри нас, мы должны простирать вперед, чтобы достичь цели. Мы также обязаны учить своих детей
трудиться на духовной территории. Берега шиладим ктаним адайн. Когда дети еще маленькие, за кол ахрают шела урим. Это все ответственность родителей. Вим ми алдут афилу ютер мукдам. И если с детства или даже еще раньше, урим машким зман. Родители, они вкладывают время. Легадель битоха елед. Внутри ребенка взрастить. Цорых лавод басаде. Эту нужду работать в поле. И объяснять, что поле — это сердце твое. Сегодня мы вместе идем на твое поле. И я помогаю тебе сейчас. Вот видишь этот камень? Мы его уберем. Сами мы его за поле поставим. Ты видишь вот это? Зе коц. Это бурьян. Зе дардар. Это терний. Нахну цехим лооци ото. Мы должны это достать. А елед уло мивин, ше зе цемах ра, уло мивин. Ребенок, он не понимает, что это плохое растение. Веш каэлю, ше ехолим лигдоль ве лахшов, ше зе цемах тов. Есть такие, которые могут вырасти и думать, что это хорошее растение. Лама, есть ло прахим. Почему? У него есть цветы. И на угам ярок. Оно зеленое. Тов. Значит, оно хорошее. Вюлё мивин, ша цемах тов зе хита. И ребенок не понимает, что доброе растение – это на самом деле пшеница. Вляхар микен шо офих льёт ло елет, когда он уже митбогер. Становится подростком, уадан хушев. Он продолжает думать так же, потому что никто не работает в поле. Поэтому мы должны учить также и своих детей. И А что происходит, если мы регулярно приходим на территорию, где сеятель сеет семена? А внутри нашего сердца ничего не растет. Когда мы что-то понимаем, אנחנו באים לשטח. И мы приходим на место работы, общину. В тот момент мы принимаем на себя ответственность. Написано, у кого есть уши. Ты получаешь ответственность, принимаешь эту ответственность. А я медубар шамата. Было сказано, ты услышал? Сделай что-то с этим. Хочу сказать, что мы должны благовествовать. И в Евангелии от Иоанна написано, что все крутится вокруг служения Иешуа. 26 стих. 12 главы. Кто мне служит, тот служит и Отцу Небесному. Где я буду, там и будет тот, кто служит мне. А что это значит служить Мессии? Левасер. Благовествовать. Правильно? Все служение Иешуа в чем заключалось? Это говорить о Царстве Небесном. А мы стесняемся. Почему мы молчим? Мы должны говорить. Хочу напомнить, что мы проточная вода, Маем Зурмим. ואני לא רוצה להחליף את
שם של הקהילה על ביצה שקטה. Я не хочу менять название общины на тихое болото. איפה ששומעים צפרדעים. Где слышно, как квакают лягушки. זה תרגום מאוד דיפלומטי. Жабы. Дипломатичный перевод. Я имел в виду жабы. Им אנחנו маем зурмим, а скидали зром, царих ли зром. Если мы проточная вода, которая течет, то нужно двигаться, течь. Они понели цирим ахшав. Я сейчас обращаюсь к молодым. Гам по цирим. И здесь молодые сидят. Есть арбе цирим. Есть много молодежи. Лола цор. Не останавливаться. Лива серви ли азмин, лива серви ли азмин, ли архив это шетах, шел малхута шамаем. Благовествовать и приглашать и расширять границы Царства Небесного. Община должна расти и не останавливаться на росте. Постоянно приносить плод. Из года в год все больше и больше. Я не хочу, чтобы мы засыпали. רוצה להתעורר את כולם. Я хочу пробудить всех. А, נכון, חנה. Амен. טוב מאוד. אפשר לומר, לא תלוי הכל מאיתנו. Конечно же, можно сказать, не все от нас зависит. זה נכון, אני יודע. Это правда. אלא אם אנחנו כן עושים הכל. Но это если в том случае, если мы действительно все делаем. אם אנחנו רוצים את זה, מתפללים עבור זה. Действительно этого желаем и молимся за это. מבקשים, דורשים את המלכות השמיים. Требуем Царства Небесного, просим его. לחיינו. В свою жизнь. שכל אחד שנוגע בחיים אליי, שהוא ירגיש את זה. Чтобы каждый, кто соприкасается со мной в этой жизни, он действительно это чувствовал. עבור אדמה. По поводу земли. עוד מעט אנחנו נגיע לזה, כי זה איגרת על העברים. Скоро мы дойдем до изучения этого послания, это послание к евреям. אנחנו כבר באיגרת על העברים בבית מדרש. Мы уже изучаем в בית מדרש послание к евреям. כן, אבל זה פרק וו. Но это из шестой главы. וזה כתוב על האנשים. Здесь речь идет о людях. עבורנו כתוב. Речь идет о нас. כי האדמה השותה את הגשם היורד עליה למחביר ומוציאה עשב טוב לעובדיה, תישא ברכה מאת האלוהים. ואשר תוציא קוץ ודרדר נמאסה היא וקרובה למערה וסופח להישרף. אמן. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь, произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, производящая тернии, волчцы, негодные, близка к проклятию, конец которого — сожжение. Аминь. Зе маше катув. Это то, что написано. וזה מסתדר, זה מתחבר עם המשל מפרק 13 שלמדתי. И это подходит в продолжение притчи из Евангелия от Матфея. כי אדמה זה לבבות שלנו. Потому что земля — это наши сердца. ואדמה שותה ושותה גשם. Земля пьет и пьет и пьет дождь. אבל לא מוציאה חיטה. Но не произращает никакой пшеницы. ופה כתוב אם היא מוציאה. И здесь написано, если она произращает. עשב טוב. Хороший злак. תישא לברכה. То будет она благословенна. ואם מוציאה קוץ ודרדר. А если она произращает волчцы и тернии. שייכת להישרף. То она будет сожжена. לדעתי כתוב מאוד ברור. На мой взгляд, очень понятно написано. ואני פשוט רוצה, ואני לומר, ואני פונה,
לקהילה. Поэтому хочу обратиться ко всей общине. בוא נתעורר קצת. Давайте немножко проснемся. כן. בוא נזכור שאנחנו מים שזורמים ואיפה הזרם. Мы вспомним, что мы текущая вода, так где же это течение, я хочу спросить. כן. התקופה היא טובה. Период он хороший. יש לנו תקופה טובה עכשיו. У нас сейчас есть хороший период. Что אומרת שאנחנו יכולים לעצור. Это не значит, что мы сейчас можем остановиться, наоборот. אנחנו צריכים לעבוד עוד יותר. Мы должны трудиться еще больше. כולם עייפים, אני יודע. Все уставшие, я знаю. הגמול שלהם, שלנו, הוא בשמיים. Но наша награда, она на небесах. שאנחנו נגיע, אנחנו ננוח שמה. Когда мы придем в Царство Небесное, там мы и отдохнем. יש כאלו מסתכלים כאילו היו הסתכלו לריתוך קודם. העיניים, כן, כאילו היו מסתכלים לריתוך קודם. לריתוך? ריתוך, כן. Есть у некоторых глаза смотрят, как будто бы они до этого на сварку смотрели. דברים פשוטים. Я о простых вещах говорю. אמרתי היום נושא קל. Я сказал, сегодня простая тема. Ну вот קל. Очень простая. אנחנו במידה יודעים את המשל. Мы-то по знанию знаем эту притчу. מה במעשים שלנו? А дела наши о чем говорят? אומרים אנחנו, המעשים שלנו אומרים שאנחנו כן. מבינים מה כתוב במשל הזה. Говорят ли наши дела, что мы действительно понимаем, о чем пишется в этой притче? וזה הכל שייך לאמונה. И все это относится к вере. אני רוצה לברך כל הקהילה. Хочу благословить всю общину. שאנחנו נמשיך להיות מים זורמים. Что мы продолжали быть текущей водой. שזה יהיה נחל עם כוח. נהר עם כוח. Чтобы это была река в силе. נהר הררית, לא ככה שיש מקומות כמו ביצה. Чтобы это был сильный поток в гористой местности. כן. Не как такое, знаете, еле такое течет, потом так в болото перетекает, потом вот так. בביצה טוב מאוד לשבת, מים חמים. В болоте очень хорошо сидеть, там вода тепленькая. Боц. Грязь есть. זה מאוד בריא. Это полезно. נכון? Да. במים זורמים זה תמיד מים קרים. Но в проточной реке это всегда ледяная вода. ירדן אפילו באמצע קיץ, 19 מעלות בערך. В Иордане даже посреди жаркого лета 19 градусов вода. כל שנה. Весь год. מים ממש קרים. Там очень холодная вода. וכל פעם שאני רואה את הזרם, אני חושב על קהילה שלנו. Когда я вижу там это течение сильно, я думаю о нашей общине. אנחנו חייבים להידמות לזה, ואנחנו דומים לזה. Мы должны быть похожи на это течение сильное. אבל גם בירדן יש מקומות מאוד מאוד שקטות. Но также в Иордане есть очень-очень тихие места. אהובים שלי. Возлюбленные мои. בוא נתעורר. Давайте проснемся. בוא נמשיך לבשר. Давайте будем продолжать проповедовать и благовествовать. ממש לבשר לאלה שלא יודעים מיהו האלוהים חי. Действительно говорить тем людям, которые еще не знают, кто такой Бог живой, людям этого мира. לא למאמינים. Не верующие. אלה שלא מאמינים. Но тем, кто не верующий еще. שאלוהים יברך אותנו. Пусть Бог благословит нас. Аминь. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא. Отец наш, царь наш, спасибо тебе, Отец. שאתה נותן לנו חן וחסד. Что ты даешь нам милости и благодати. להתאסף ביחד, להתפלל ולשיר לך יחד. Собираться здесь вместе и петь тебе вместе. אבא, אנחנו רוצים לשרת לך. Отец, мы хотим служить Тебе. אנחנו רוצים לזבוח כל החיים שלך. Мы хотим
отдать всю свою жизнь Тебе. Мы хотим, чтобы Ты взял нас и использовал как инструмент. Мы также просим Тебя, возьми нас как зерна пшеницы, которые Ты будешь сеять в этот мир. И дай нам благословение всегда падать на добрую почву. Дай нам благословение Твоего увидеть результаты работы. Мы благословляем Твое святое имя. Шем Ишуа Машех Адонейну. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь. Авину Малкейну. Авину Шебашамаем. Иткадеш Меха. Таво Малхутеха. Яасерецонха. Кмо Башамаем. Кен Баарец. Эт Лехем Хукейну. Тен Лану Айом. Услах Лану Эт Хувутейну. Каашер Салахну. Гам Анахну. Лехаявейну. Веаль Тавиену. Леадей Нисайон. כי אם חלצנו ממהרה, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן. Приветствуйте друг друга.